Так все-таки, Сергей, подытоживая наш разговор, НЛП для чего, для кого, зачем? По-хорошему для всех. Для того, чтобы, во-первых, лучше понимать, как сам думаешь, как сам чувствуешь, как сам к чему-то приходишь и менять это. Во-вторых, чтобы понимать других людей, лучше яснее доносить свои послания и воспринимать то, что они хотят до тебя донести, даже если это коммуникация кривая, чтобы сразу пресекать негативные манипуляции. Вот так.